Новый автомобиль МАЗ пополнил автопарк спецтехники староскольских коммунальщиков. Зимой машина будет чистить дороги от снега и разбрасывать противогололедные реагенты, а летом трехтонный большегруз выйдет на дороги как обычный самосвал. Стоимость МАЗа 4 миллиона 700 тысяч рублей. В свой первый рейс автомобиль выйдет в первых числах января. Работал на «Газели». Одно время подменял на «Зилу». Сейчас вот дали новый МАЗ. Будем стараться создавать и уют, и чистоту. У меня всегда настроение хорошее на работе. На работу, как на праздник. Сегодня на балансе коммунального предприятия около 50 единиц спецтехники. 11 из них – машины комбинированного типа. По нормативам, для качественного обслуживания площади, которая занимает Старый Оскол, необходимо техники в два раза больше.